Всем привет! А сегодня у нас по плану пронатор. Никита начал сразу с 25 килограмм. Будем сегодня делать пронатор. Будем его делать как с ремнем, с весом, со свободным, так и на блоке. Прорабатывать будем в двух фазах. Начинаем выполнение с угла 90 градусов, рука параллельно полу. И поднимаем руку к вашему уху. Так, у нас теперь вес 35 килограмм. Никита Анатольевич делает с постановкой на пол. Больше таки не хочет поднимать чашку. Скажу, что нелегко идет сегодня. Ну а вот у нас еще десяточка прибавилась, того 45 килограмм. Не факт, что я подниму. Не факт, говорит, что подниму, но пару раз хотелось бы сделать. На самом деле 45 для пронатора это очень серьезно. Ну, Никита у нас старой закалки. Он знает, на что рассчитывать, чем рисковать. Я думаю, если он не поднимет, то ваше уважение не попадет к нему. Не пошла? Не пошла. А левой? Ты подзамотай побольше, у тебя соскальзывает с руки. Я так бы так не любитель. Ну, понятное дело, что ты советский поймен еще. Не, угол разгибается. Видимо, пятничная тренировка не это. Не отошла. Давай теперь ты. Попробую. Ну а теперь тот же самый вес. Да. 25, 10 и 10. Еще десяточка есть. Сделал удар, потому что хочу еще добавить вес, килограмм 5-10 прибавить, с попробочкой на левую руку. Тяжеловато? Ну, направо с запасиком, левой еще тяжеловато. Нормально. Что, добавляешь? Да, попробую добавить десяточку, того 55 килограмм. Ну, я думаю, что это очень для меня будет тяжело. Было бы лучше. 55 тяжело уже. Не особо чисто.
50 мы было бы намного чище. Вот сейчас как раз второе упражнение на пронатор, про которое я говорил. Это пронатор на блоке. Тут тренируется стартовое положение. То есть то положение, с которого ты начинаешь стартовать. И эту мелкую фазу нужно тоже проработать. И, в принципе, можно еще закачать плечи лучевую к амплитуду на турничке на уголок. Все.